У меня выходит летсплей по Майнкрафту на выживание на скайблоке. Да, вы не ослышались, это скайблок. Сейчас мы попробуем на нем повыживать или также на творческом поиграть. Сейчас у меня загрузится мир. Вот у меня загрузился мир. И вот мой скайблок. Видите, он какой маленький. Давайте поживем, как будто мы на творческом. Ой, на выживании. Обсидиан. Его надо... Так, дерево нам мешает. Надо его убрать. Потому что так неудобно, так сказать. Да, друзья? Кстати, советую посмотреть новое видео Компота. Построил дом внутри скина моего друга. Наберите это видео в Ютубе и наберите на Ютубе этого видео, которое он сейчас сказал. 10 тысяч лайков, и его Компот будет очень рад. Пожалуйста. А давайте, у меня идея, давайте из скайблок сделаем дом. Дом, ну да, можно домик-то сделать. Можно так-то сделать уже на скайблоке. Вот такой домик, хватит. Так, ну давайте. Блин, это дождик. Да блин! Так. Оператор, включи читы. Погода, ясно. Давайте построим. На скайблоке так неинтересно выживать. Кому интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. Ура! Так, давайте стеклышко возьмем. Какое возьмем? Я думаю, зеленый. Красиво будет смотреться. О, как красиво. Кстати, кто не верит в обновление версии 1.8, проверьте, скачайте версию 1.8.0.8. Это отличная версия Майнкрафта. Да, я вам говорю, это отличная версия. Для вас она будет реалистичная, так сказать. Да, реалистичная. Ой, куда... Ой, что я все ломаю? Давайте вот так вот. И вот так вот. Тут заложим все обсидианом. Обсидианом. Так, давайте вот так вот. Так вот. Классно, да, получается, из скайблока сделать целый дом. Это же... Не каждый до такого додумается. Если у кого-то вы это видели, что из скайблока получилось дом, то ставьте на его канал, у кого это было, лайк. И также на мой канал. Давайте приступим. Так, кроватку, верстак, печка, сундук, книжки, столь для чарований. Ну, все по-обычному. Так, сюда кроватку, печку, верстак. Сундук, печка, сундук, и сундуки. Так, давайте тут книжечки у нас будут. Куда столько очарований? Можно вот сюда, вот сюда. Да, в общем-то, все. Классный домик. Надо еще сделать путь к другому домику. Тут где-то... Ну вот так сказать, сделал я себе на второй скайблок. Давайте поставим сюда дверьку, это необходимо, так сказать. Да, друзья, надо очистить себе инвентарь. Кто не знает, какая команда для очищения инвентаря, это Клэр. Только включить щиты, без них вы не сможете ничего написать.
Не думайте, что я нубик, я просто говорю вам, кто не знал. Давайте, что мы возьмем? Давайте сделаем скайблок профессионала и скайблок нубика. Давайте сделаем из земли, так сказать. Так сказать, его из земли украсим. Давайте и... Вот так сказать у меня получается. Профессиональский... Ой, нубский скайблок. Кто не знает, что такое скайблок? Это выживание на маленьком блоке. Из блоков 6 он состоит. Ой, какие 6? Ну, в общем, большой такой квадратик. Так, смотрите, как сделать окошки нубика. Просто делаем вот такой ободочек, так сказать. Да, ободочек. Кто знает, напишите в комментариях, что это. Пишем на букву П, что у нас для нубиков. Паутина. Паутина. Это нубское окошко, так сказать. Так сказать, будет скоро летсплей, когда мне придет какой-нибудь друг, у меня их много, будет снимать летсплей по Майнкрафту, дорогой или дешевый. Если у меня выпадут дешевые, я буду снимать вот такой вот, так сказать. Вот такие вот окошечки я буду делать. Кто не знает, как это делать, просто берите паутину. Ну, как я делаю, отлично. Так это делайте и вы. Видите, хорошо получается, ведь, да? Согласитесь, ничего такого. Домик. Так, давайте это все закроем. Вот все закроем. Как вам скайблок нубика получается? Мне кажется, даже чуть-чуть поменьше, да? Кстати, не забудьте, что у меня их будет несколько серий. На каждой серии я буду создавать новый скайблок. Смотрите, вот все похоже. Вот, вот сюда он, так сказать, смотрит. Давайте пойдем в свой обсидиановый, так сказать, скайблок. Вот у нас такой скайблок, тут у нас он будет.